Всем привет, я диджей Smash. А я Хабиб. Мы решили снять совместный клип на нашу новую песню. Вот не можем выбрать, в какой стране будем снимать наш совместный клип. Помогите нам. Или Лихтенштейн. Так, может быть это Танзания. А может Australian Capital Territory. В Австралии. Или Иран. Иран. В какой стране будет сниматься новый совместный клип DJ Smash и Хабиб? Так, кто же нам поможет? Ронин и Липси. Здравствуйте, это же я, доктор Липси. Я привел сегодня с собой Пронина. Да, я готов помочь. Так, тут все ясно. Так, марихуана, крэк. Снег зимой лежит кругом, белым бархатным ковром, и с подарками идет к нам веселый Новый год. Слышали? Ищите страны, где где есть вообще где есть зима, где снег может быть. Вот, например, из этих всех стран подходит только Лихтенштейн. Королевство Лихтенштейн, первый балл. А я думаю, что эта девочка будет слушать своих родителей. Наступает выходной. Будет дома папа мой, мама, маленькая Настя. Ух, какое это счастье! Вместе дружно и с семьей провести весь выходной. Да. И смотреть новый клип DJ Smash и Хабиба. Так, ладно, давай, я еще поищу. А я вызвал других. Ух ты, видите? Тут написано, что DJ Smash и Хабиб ищут страну для клипа. Поможем? Поможем. Мы же бюро находок. Ну, пойдем прогуляемся. Я на улице гуляю, из коляски вылезаю. Меня мама поругает, ведь ловить не успевает. Да, ловить не успевает. Да-да, это обо мне, я был таким маленьким, быстреньким. Я был еще быстрее. Вот, скамейка, какая у нас тут? Синяя. Ага, ну давайте. Синяя цветофор. Поищем. Может быть, что-нибудь будет похожее. Лихтенштейн. Второй балл. Australian Capital. Первый балл. Иран. Первый балл. Так. Великолепный Гоша. Вообще-то я музыку не слушаю. Я смотрю, ну погоди. Это мой самый любимый мультик. Погоди. Вот, так что, единственное, что я могу вам сказать, когда я сплю, я вижу много звездочек вокруг. Я то вспоминаю песенку моей мамы. Так что поищите звездочки в флагах. Может быть, будут. А я пошел спать. О! Australian Capital Territory. Второй балл. Лихтенштейн. Лихтенштейн. Третий балл.
Хупс и йо-йо. Йо-йо. Я это игрушка. Не, я не игрушка, я не игрушка. Игрушки вот игрушки. Грузовик игрушка. Напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык, а прокинул грузовик. Да, а грузовик у нас красно-желтый. Красненький он у нас, красненький. Это кабина желтая, а так он красненький. Ищем красный цвет. Так. Иран. О, Иран второй. Четвертый балл. Так. Кубик-рубик. Зайца не видали? Зайка. Зайку бросила хозяйка. Под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не мог. Весь до ниточки промок. О, и где же этот зайка? Да, я не вижу. Никаких зайцев я тут не вижу. Тут какие-то павлины. Тут какие-то негритята. Деревья какие-то. А короны. Ничего не вижу. А что это? Тут баобаб было, не дерево. Да, баобаб. Коричневый баобаб. Пусть ищут коричневые цвета. Танзания. Так. Первый балл Танзания. Так. Иран. Волосы у них. Да. И Иран. Третий балл. А пойдем дальше. Зайцы искать. Пойдем. Пес сапога. Но я люблю вас, это пляс. Ну докажи, что ты меня любишь. Выучи собачью азбуку. Как раз мой родственник есть. Ох, тысячи детей, конечно же, выучу. Лев. Ах, у меня сердце бьется, как у льва, когда вижу я вас. Игрушки. Нет, это настоящая страсть. Автобус. По всему Австралии. Да. Точно, ребята. Садитесь на автобус. Найдете много мест интересных в Австралии, где сниматься. Клип, так, третий балл. Тигр. Заодно и тигров повстречаете. А мне некогда. Я хочу замутить романчик со своей баланкой. Вентилятор. Ух ты! Что это? Здравствуй, меня зовут Лунтик. А я вентилятор, то есть Фенни. Какой интересный лунтик. Очень симпатичный. К тому же такой розовенький. Так что поищем розовый цвет флага. Танзания. О, есть, да. Второй балл. Иран. Иран. Четвертый балл. Так. Ливия. О, а ты с какого дерева упал? Я из вот одного дерева упал, где белочка сидела. Орешки грызла, ветки шурстели, и я отвалился и упал. Так, ну ладно, поищем, если тут у нас деревня что-то подобное. Танзания. О, у нас целый баобаб есть. Ха-ха. Так, третий балл. О, спасибо, что ты упал с дерева. Хоть подсказку нашли. Картошка фри.
О, фришки! О, обожаю фришки! Давай скушаем эти фришки! И идем разбираться с Хабибом и Дидем Смэшем. Кто съел мои картошки, а? Это не мы, это... Волки Павлина Шиня. Трогали его. Ограбить долину музыкантов. Ну ладно, все, я пошел разбираться с этими волками, волчарами. Так, что там все в Азии у нас происходит? Нет, есть ты... у нас Азия? О, Иран, четвертый бал. Это же королевство в Европе. О, слышь, Смэш, мы заработаем на клипе так много денег. Потом их и купим много себе красненьких рубинчиков. А, будем богатыми. Графин из рубинов. Прикольно, а? Ну, ваза тоже ничего такая, интересно. Особенно не круче, чем... Высокая башня, низкий домик. Ну, не, не только башня. Мы и замок целый сможем купить. Да, Пикачёвы, да. Сделали. С рубином, так что, да, поищем красные цвета в флагах. Красный рубин. Лихтенштейн. Шестой балл. Иран. Пятый балл. Здравствуйте, это я опять с Ронином. Я нашел полезное упражнение для вас. Тескут минутка от доктора Липси. Ножками подопали, топ-топ-топ. Ручками похлопали, хлоп-хлоп-хлоп. Сели, встали, снова сели, а потом всю кашу съели. Неправильно, а потом все рума выпили. Левши, они же все-таки дети. Дети должны есть кашу. Вот и сорока пусть раздает кашу. Да. Ну и не надо, ну и не буду я есть кашу. Я лучше пойду, заберу свою... Степа механик. Красную машину у Степы. Степа механик, готова ли машина для Хабиба и Диджей Смэша, а? Хабиб, идите за своей красной машиной, готово, и едьте в красные страны. Так. Лихтенштейн. Это у нас седьмой балл. Иран. Шестой балл. Так, идем дальше. Так. Я пошел, пусть поможет команда бюро находок. Так. О, смотрите, я книжку нашел. Ага, это там книжка. Много всяких интересных цветов. Так, ну, попробуем. Какого цвета книжка? Розовая. Ага. А какого цвета у меня... Это, как его... Кофта. Кофта. Зеленый. Зеленый. Ну, а ты какого цвета? Желтый. Желтый. Ну, а ты, попугай? Я светло-желтый, зеленый. Тоже зеленый. Больше всего у нас зеленого цвета. Так что поищем. Зеленый. Иран. Так, седьмой балл. Танзания. Четвертый балл. Ну, а как им найти страну?
Я знаю, нужно идти по следу. По следу бременских музыкантов. Потому что она влюбилась в трубадуре. Да. И вместе с ними отправилась в путешествие по белу свету. Лихтенштейн. Лихтенштейн получает 8-й балл. Слышали? Лихтенштейн отправляется вслед за принцессами. Ну что опять? Я готовлюсь к спать. Я уже почистил зубки. Зубы. Я уже вымыл свои глазки. Я уже выпил успокоительное для сердца. И мой мозг уже отключился. Все, пока всем. Великолепный Гоша, все, наконец-то пошел спать. 100%. Ух ты! Куда вы тут оказались? Вы на ферме у фермера. Вау, тут чего много интересного. О, Смэш, Хабиб, отправляйтесь помогать фермеру, а не всякие клипы снимать. Там надо зерно помолоть. Дрова поколоть надо обязательно. Всех зверюшек покормить. Ну, это пусть... Егор Крид делает. Да, он там в своей сельсеветке поехал, пусть он работает. Это не наше дело. О, кот в сапогах. Зайца, не видали? Видал. Он в монстре находится. Ой, монстр, точно, я вижу монстр там. Я тоже вижу монстра. Что, 2 монстра у нас? Да. А зайца нету? Проваливайте, иначе скушать вас буду. О, я что-то нашел. Это, по-моему, варежка. Это варежка от этих зверей, которые порвали, вот. Может, там заяц был? Есть. Есть, зайка, есть. Внутри. Был там заяц? Отправляемся за варежкой. Так. Ой. Так. Может быть, пойдем прогуляемся куда-нибудь, милая? Например... Ой, на волшебном лесу. Да? А что там такое интересного? Например, на этом волшебном лесу там рыбы плавают. Там лягушки квакают. Там цапли ходят. Ах, как романтично. Где же находится этот лес? Лихтенштейн. 9-й балл. Ох. Ох, ребята. Давайте я вас освежу чуть-чуть. Хабиб, диджей Смэш, сейчас. Включи вентилятор. А пусть Лифи поможет. Ну, давайте, а я тогда азбуку выучу. Уиджи. Автомобиль. О, на автомобиль. По всей Австралии, 3-й балл. Искра. Тачки. Ах, крутые тачки. Танзани. По Танзании. 5-й балл. Так,
Картошка фри. Картошка фри. Рубин. Он пошел. Она уже вызвала эксперта из какого-то странного мира. Да? Ну ладно. Спасибо. Пойдем посмотрим на эксперта. Что там за эксперт у нас? О, Крисмас. Карл. Ну все, хватит танцевать. Рождество окончено. Давай, помогай нам. Где ты там танцуешь? Я тусуюсь по Лихтенштейну. Ага. Ну вот, наверное, хорошее будет место для клипа. О, я уже вижу. Хорошее место. Королевство, как-никак. Там должен быть король, королева. Хунген Рейн, Лихтенсих, Лихтенштейн, он Алпенхонд. Дайс Либе Хейматланд, Дас Теуре Ватерланд. О, странно. Почему у Лихтенштейна гимн Германии? Ничего, диджей Шмэш и Хабибка разберутся, почему у Лихтенштейна гимн Германии. То есть в Лихтенштейне исправят? Да. Разберемся.